В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье. Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы. По указанию незнакомцев, которые представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств, молодой человек оставил в городе Пушкине свой автомобиль, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, арендованной злоумышленниками, полагая, что тем самым спасает свою семью. А аферисты тем временем вымогали у его родителей денежные средства – 1 миллион долларов США. В настоящее время жизни студента ничего не угрожает. Полицейские ищут причастных к преступлению.